Анна Седокова звонит своим слушателям? Вот это да! Знойная красотка решила устроить флешмоб в честь выхода своего нового трека «Набери». Я автор слов и соавтор музыки, и у меня был действительно сложный период жизни, когда, ну, ни для кого не секрет, когда меня очень сильно качало и в отношениях. И я помню в один из вечеров, когда я не понимала, что делать дальше, и я, знакомого, когда-то вы там, не знаю, расставались, встречались, расходились, и я понимаю, что вот я должна написать песню, и эта песня все вылечит. Вылечила Аня не только себя, но и своих поклонников. В день премьеры певица опубликовала номер телефона, чтобы пообщаться со слушателями лично. Телефон, конечно, обрывался от звонков и сообщений, но мы успели заснять самое интересное. Мне очень нравится клип «Не могу». Я поняла тебя, да, ты мой, да, я поняла, да, ты чувствительный, эмоциональный, да. И хороший. Ну давай, я рада тебя еще лично увидеть, теперь уже будем все здороваться, когда увидимся на улице. Да? Ну все, до встречи. Я надеюсь, что вы меня запомните. Ну как я тебя, как забыть-то тебя уже? Все, теперь уже все. Сказал в день премьеры песни, что тебе не понравилась она. Я тебя теперь запомню навсегда, Роман. Я хочу быть честным. Ну конечно. Я шучу, дорогой, шучу. Не переживай, все. Вот так, шутя и играючи, Анна проболтала с поклонниками все утро. Но, как признается артистка, были в ее жизни моменты, когда ей приходилось сбегать от ярых слушателей. Это же сложно, когда с тобой приходят и... Ну, тебя же все хотят потрогать. А помните же, когда пандемия была, это вообще проблематично стало. И классно у нас выработалась у всех привычка не трогать незнакомцев, только тех, которые... Поэтому, получается, сейчас, ну, мы всегда предупреждаем, что давайте без объятий, потому что, ну, неизвестно, какой там энергетика человек приходит, он... Обнимается певица только с мужем. А как мы знаем, звездная пара сейчас находится на расстоянии друг от друга. Поэтому и объятия на вес золота. А дальше я искренне верю, что любовь действительно побеждает. Вот честно, она побеждает обстоятельства, финансовые какие-то проблемы, невозможность быть вместе. И иногда же мы тоже, ну, как бы ругаемся друг с другом, и там, не знаю, не звони мне больше, там во втором припеве есть, там больше, там, зачем, ну, там, я просила тебя не звонить, ну, пожалуйста, набери. Иногда мы говорим в сердцах какие-то вещи, говорим, все, не хочу тебя больше видеть, и я уже не хочу тебя слышать, но все равно сидишь, отключаешь телефон, везде его блокируешь и ждешь, когда... В Ютубе тебе напишет что-то. Желаем нашим зрителям также сильно верить в любовь, как и Анна Седокова.